Привет-привет, мои дорогие друзья и гости моего канала. Вы на семейном творческом канале, с вами я, Лёля Рукодельница. Посмотрите, какие красивые цветы у нас по участку стелятся. Если кто-то знает их название, то пишите. Сегодня 9 мая. Я начала снимать очередной дачный влог. Хочу поздравить всех вас с этим замечательным праздником Победы. Пожелать вам здоровья, счастья и мирного неба над головой. Сегодня над нашей дачей летят авиационные самолеты на парад в Москву воздушный. Очень красиво, вот уже 3 косяка пролетело. Ждем вертолеты. Я не знаю, получится ли мне заснять это все на телефон, потому что камеру-то я оставила дома. Я решила, что пока буду все видео снимать на телефон. Мне это гораздо удобнее. Конечно, творческие какие-то видео будут все равно выходить на нашем канале, но, наверное, будет такая череда дачных влогов. Не знаю, может быть, кому-то это будет неинтересно, но вообще, знаете, я очень люблю смотреть такие видео. Я люблю под них засыпать, особенно зимой, когда ты скучаешь по лету, по солнышку, по дачному сезону. Очень люблю такие смотреть видео. Я смотрю Ольга. Там у нее какой-то год рождения, так понимаю, стоит, моя тезка. Вот она снимает там как сажают картошку, потом летом там, ну, в общем, все, постройки. Она все практически на даче, да не практически, она все делает своими руками. Такие красивые цветочки. Так что всех с праздником, с Днем Победы. Ну, а я продолжу снимать свой дачный влог. У нас сегодня замечательная погода, солнце, очень жарко. Посмотрите, уже скоро распустятся тюльпанчики. Вот нарциссы уже цветут красивые. Сейчас развела огонь. Буду варить на костре щавелевые щи, картошку на ужин запечем, крылышки. В общем, вчера готовила на костре лапшу удон. Я не знаю почему, но с костра еда получается такая вкусная. Участок наш пока вот в таком виде, некрасивом, весеннем. Но скоро все зацветет, заколосится и все будет хорошо. Еще в планах надо будет убраться в беседке. Хочу там помыть полы, все, навести порядок. Может быть, сегодня, может быть, уже завтра. Смотрите, уже поставила на огонь водичку с картошкой. И, не отходя от костра, он в той области, пойдем с вами собирать щавель. Сейчас наберем щавеля, помоем его. Он как раз свеженький. Ой, я очень люблю щавелевые щи. Смотрите, как меня перед отъездом Моти полоснула. Сейчас еще порезалась. Щавелек свежий. Как раз именно сейчас из него и нужно варить щишки. А на костре они получатся особенно вкусные. Кустик. Щавелевый. Вкусненький. Самое то будет. Вкусненько будет. Эти палки надо будет еще все ободрать. Я постепенно обрываю их. Костер разводим. Птички поют целый день. Чик-чирик. Так, ну, я думаю, хватит.
Сейчас его сполосну, порежу. Посмотрите, прелести дачной жизни. У нас вода стоит в межах. Мама здесь уже лук посадила. Здесь вот чеснок зеленеет. И две грядки лука. Картошка еще вот копать поле надо. Но пока, как вы видите, мы подтоплены. Дожди. Сейчас вот 4 дня будет солнечно, потом опять передают дожди неделю. И мы сразу, нас подтапливает нас. Наши участки нашего садоводства находятся как бы в низине. Хотя мы сюда очень много завозили земли, очень много машинами. Чуть-чуть приподняли, потому что раньше вообще был ужас. Посмотрите, вот там, видите, грядочка. Вот она. Видите, такие красивые лопухи. Это сортовой чеснок. Там одна головка с кулак мужской. Мама его разводит. Вот такие у нас дела. Здесь у нас сортовая малина посажена. Уже листочки появляются. Смотрите. Это малина. До поздней осени уже морозы стоят, а она еще плодоносит. Но ягода крупная, но дикая малина гораздо вкуснее. Слаще. Через пару дней будем сажать помидоры, уже в парник высаживать. Мама съездит в город, привезет рассаду. Это у меня тут кресло стоит, картошка на посадку здесь зеленеет. Это у меня тут кресло стоит, когда лили дожди, я здесь отдыхала. Вот такие вот дела у нас. Смотрите, какие красивые цветочки у мамы цветут. Красота. Друзья, смотрите, какие у меня получились щавелевые щишки на костре. Смотрите, какая красота. Сейчас будем садиться обедать. Аромат. Всем приятного аппетита. Сегодня 9 мая. У нас на даче летали военные самолеты в Москву, на парады из Москвы, очень красивым строем. Но заснять я не успела. Пока рот разинула, любовалась. И не успела заснять. Всем спасибо, что смотрите мой канал. Подписывайтесь на меня. Всем пока-пока, до новых встреч!